Накануне в районном доме культуры состоялось торжественное открытие. Для гостей выступили участники фестиваля, а также почетные гости – ансамбль «Люба», участники музыкального движения «Этносфера», москвичи Сергей Филатов, Сергей Клевенский и Таисия Краснопевцева с проектом «Биотрио». Свой жанр они обозначили как «аристократический фолк». В программе фестиваля также посадка дерева героям России, летчикам-космонавтам Сергеем Рязанским, открытие фотовыставки «Взгляд из космоса». Это фото, сделанные во время полета. Наш фестиваль в этом году 5-й, юбилейный. И президентом фестиваля по-прежнему является Сергей Рязанский. Это космонавт, герой России. Именно он выносил факел Олимпиады в космос. Он, кроме того, еще и фотографирует. И вот эта чудесная выставка «Взгляд из космоса» как раз показывает, как космонавт превращается в художника. Также космонавт встретится со школьниками и жителями района. А в рамках круглого стола участники обсудят влияние творчества на формирование социально-культурной среды в соответствии с приоритетами государственной молодежной политики.